Начинать год экологии с реальных дел. В понедельник в регионе откроется первый пункт приема вторичного сырья. Установлен павильон в Новоталицах около автомобильной дороги Иваново-Тейково. За вознаграждение можно будет сдать автомобильные аккумуляторы, ПЭТ-бутылки, бумагу, алюминиевую и стеклянную тару. Пункт приема будет открыт для населения с 9 до 18 часов. Все собранное добро отправят на вторичную переработку. В различные регионы, что касается стекла, стеклянного, ну, боя стекла, это будет все передаваться в Гусь-Хрустальный Владимирской области для переплавки на технические изделия. Что касается ПЭТ, у нас несколько предложений, начиная от Московской области, заканчивая региональными компаниями. Что касается аккумуляторов, это в основном у нас Московская область, крупные заводы по производству аккумуляторных батарей.